Всем привет, друзья! Вы на канале Шедл Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Сэма и Макса, которые спасают мир. Третий эпизод у нас в разгаре. Называется он Крот, Бутерброд и вся банда. И в прошлой серии мы были в казино, которым заправляет эта самая банда игрушечная. И нам нужно втереться к ним в доверие, чтобы вытащить засланного агента. Нам дали три задания. Первое задание это... Сейчас вспомню. Первое задание, да, коробку с мишкой протащить в магазин. Товар этой самой игрушечной банды, чтобы можно было его реализовать. Потом убить Сибил, нашу подругу. И третье, найти тот самый бутерброд. Ну что, начнем с чего? Давайте начнем с босса. Мы всегда начинаем с босса. И сейчас это не будет исключением. Опа-на, это кто у нас тут возле магазина? Тут уже кто-то стоит. И его здесь раньше не было. Крупье, что ты тут делаешь? Ты мне мешаешь товар доставлять. Привет, что ты делаешь в наших краях, мама Мишка? Ха. Без обид, но ты не особо хорошо вписываешься в окрестности. Серьезно, мне нужно знать, что ты здесь делаешь. Отвали, дятел, я здесь, чтобы посмотреть, как вы доставите медведя в магазин Боска. Огромные плюшевые мишки зловеще следят за каждым моим шагом. Сбылась мечта моего детства. Но все же, прошу прощения. Ставь медведей молча, понял? И как он задом смотрит, да? Или у него камера на голове? Да, за нами уже следят. Не связывайтесь с бандитами, видите, они уже нас контролируют. А как же ж мы поставим сюда коробку, если мы не можем вносить? У Боска ж новый аппарат. Бонжур. Слышишь, Боска, может давай договоримся, а? Эй, Боско. В общем, вот тут у меня игрушечная мафия. В окно, там игрушечная мафия. А, что, где? Опа! Вы правы, все, это мафиозы из игрушечной мафии. Он якобы читает газету, мимо меня он не пройдет, но... Цена паранойи — вечная бдительность. А что, если маскировка под игрушечную мафию — это просто маскировка? Я должен видеть, что он читает. О, так все, мы можем теперь, да, добавить нашу коробку, да? Куда ее надо добавить? На столик? Нет, папа Мишка вполне ясно сказал, его надо поставить на акционный столик у дверки. А, сюда надо поставить, сейчас поставим. Ну давай поставим сюда, у дверки, так у дверки. Если он притворяется, что читает местные новости, он из ЦРУ. Если читает международные, он из ЦРУ. Быстрее, Сэм, пока он отвлекся. Точно, я только... О-оу. А ничего, аппарат работает. Я принесу. Короче, это не работает. Тут камера, короче, стоит сзади. Спасибо, дружок. Комиксы, наверное, он иллюминати. Если уж Боско отвлекся, то он отвлекся. Хорошо, так как нам туда это все засунуть-то сюда? Вот эта зараза нам мешает. Очень приятно находиться под дулом сотни камер наблюдения. А мне нормально, я невероятно фотогеничен. Так, ну давай что-то с ней сделаем, не знаю, что тут можно... Если он притворяется, что-то читает кроссворд, он из Мальтийского ордена. Получите... Да, магнит просто поставить... А! И камеру выбросили вместе с магнитом. Да, зубы на бордюр камеры. Общественные хроники, наверное, он из ККК. Да, отлично. Система дала сбой. Выбросила камеру вместе с магнитом. Все, магнита ж нет? Нет, теперь мы можем свободно поставить эту штуку сюда. Круто. Ну, забавная система, давай. Он притворяется, что читает про садоводство. Так вы правы, он и есть с игрушечной мафией. Надеюсь, Боско на это с нами не поссорится за это. Я он мой второй любимый псих и параноик. Ну... Все, мы доставили это. О нет, он идет сюда, мы пропали. Нормуль, все стоит, продается, пожалуйста. Отлично, лайк поставлен. Я сдаюсь, я сдаюсь. Вот вам и доставка. Вах, я говорил вам, что так будет. Я говорил, что меня принесут, меня и принесли.
Просто поверить не могу. Не волнуйся, Боско, мы очистим твой магазин от мафиозной контрабанды, когда распугаем это дело. А сейчас все заняты. Да-да, вы очень заняты, вы ничего не делаете, только шляетесь у меня в магазине. Что скажешь, мы любим шляться. Так, теперь мы станем игрушечными бандитами, да? Пока нет, наше путешествие в темный слой только началось. Ну что, отлично. Мы это сделали. Эй, Боско, мы избавим тебя от этого хлама. Не смей выносить ничего из моего магазина. Но ты сам сказал, не трогай это доказательство. Все, отлично. Пусть что хочет с ними делает, он... Эй, погоди, что баран модел дё? Камера пропала. Вах, моя камера. О нет, о нет. Я бы не оставлял этого злобного медведя здесь, всякое может произойти. От гипноза и до взрыва. Ну ладно, пошли. Теперь нам надо вернуть бутерброд, а потом Сибил убить. Давайте Сибил на последний оставим. Самое вкусное на потом. Как мы ее только убивать будем, я не знаю. Но все равно интересно, посмотрим. Так, здесь должно быть скупка краденого. О, а ты кто? Покажи мне деньги. Покажи мне бутерброд. Покажи мне деньги. Ты покажи бутерброд, я покажу деньги. Говорю же, покажу, только покажи мне. Ах вы. Привет, слизняк. Пытаешься сбыть горящий товарец? Например, бутерброд с тефтелями, Леонард? Бутерброд с тефтелями, который ты украл, Леонард. Стоять, вы двое, не то клянусь покрывала матушки, я пристрелю вас. Я забыл, что это не Боско, продолжаю говорить с акцентом. Так, тут, кстати, можно поменять. Эй, это что, пистолет на пистонах? Прошу прощения, не держи ты нас под пистолетом, который стреляет пистонами. Жулик в одном, жулик во всем, а, Леонард? Что? Нет? Блин, я опять с акцентом говорю. Хватай его, дружок, я думаю, ты никогда не натравишь. Ой, ой, уф. Ой, ах, мама. Так, Леонард, ты нам сам скажешь, где бутерброд, или будем действовать грубо, а? Грубо, грубо будем. Ничего не скажу, вы ничем меня не расколите. Ничем, абсолютно. Видела бы тебя сейчас твоя мама. Не смей говорить о моей маме, это святыня. Она покровительница жареной грудинки? Если да, то вот он ее приспешник. Постой-ка, Макс, кажется, мы нащупали слабость нашего пленника. Какую, его вялую дикцию или смехотворную плохую грамматику? Ни то, ни другое, давай-ка ударим этого хитрого слизняка по самому больному месту. Прямо по матери. То есть... Верно, Макс, пора начинать шутки про твою маму. Ну ура! Нет, не надо, что угодно, только не это. Леонард, твоя мама такая толстая, что проклятое козлиное молоко в летний день. Никогда не помню конец шуток. Странно, я всегда запоминаю конец, но никогда не помню, в чем начало. Что же, Макс, тогда придется раскалывать нашего мерзавца коллективно, подхватывай. Твоя мама такая толстая, и дальше что? Макс подхватывает. Что пока не пнешь, не полетит. Что победила Сэма на конкурсе красоты. Что от ее речи грузчики в порту краснеют. Что у нее больше складок, чем у гармошки. Ну, давайте третье. Что? Да это чушь полнейшая. Whoops, let's try that again. Давай попробуем снова. Блин, это все варианты надо проверить. Your mom is so fat. Так, давайте первый, пока... Что пока не пнешь, не полетит. Я должен на это обидеться? Давай попробуем еще раз. Так, тогда давай, что победила Сэма на конкурсе красоты. Эй, что это за юмор такой? Давай попробуем еще. Блин, а тут что-то хоть работает? Ну давай последний вариант. Про складки, гармошка. О, это правда. О, попали. Получается, давай так держать, дружок. Хорошо, заставлять взрослых мужчин плакать — лучшая забава для всей семьи. Что, мне все варианты надо проработать? Ну давай, твоя мама такая лучезарная. Что пока не пнешь, не по... А, тут те же варианты. Что заранее прибыла на свои... Блин, ну это не очень красиво, конечно. Ну зачем она была трогать его маму? Ну давайте, раз приходится.
Ты пока не пнешь, не полетит. Что? Да это чушь полнейшая. Надеюсь, не придется сбрасывать это все заново, нет? Твоя мама такая лучезарная, что... Заранее прибыла на свой похорон. Ну, не совпадает, конечно. Я должен на это обидеться. Блин, что-то не попадаю в самый правильный вариант. Твоя мама такая лучезарная. Что от ее речи... Ну, давайте второе, блин. Неужели я опять выберу самый последний вариант? Что это за юмор такой? Офигеть. Ну, давай тогда последний вариант. Мне так везет или так задумано? Наверное, мне так везет. Не понял. Ни один вариант не подошел. Тогда нам надо... А, так это ж, блин, это ж похвала. Твоя мама такая жадная, да? Блин, а я думал, тут что-то выбрать надо. Нет, подожди, тут еще... Ё-моё. Тут еще куча вариантов. Давайте про жадную. Твоя мама такая жадная, что связала свитер... Ох, тут вариантов сколько, что связала свитер из одних своих материалов. С каких своих? Что бросает расписки в игровые автоматы. Больно, попал с первого раза, круто. Да, мы уже определенно проделали дырку. Так держать, дружок. Ладно. Так подождите, тут же что же, лучезарное тоже можно было добавить, да? Там были варианты внизу, просто прокрутить надо. Да. Твоя мама такая лучезарная. Я думал, всего 4 варианта. Такая лучезарная, что если сбросить ее в ядерные отходы, никто не заметит. О, мама, прекратите, попали, смотрите, он уже красный. Он уже почти совсем раскололся, так держать, дружок. Да, и такая мама пунктуальная. Что, пока не пнешь, не полетит, скорее всего, вот это. Я должен это обидеться? Он не белеет хоть, нет? Нет, он не белеет, фух, ну хоть назад не откатывается. Так, твоя мама такая пунктуальная, что... Что связала свитер... Заранее прибыла на свой похорон, вот это подходит, точно. Хватит, прошу, хватит. Скажи нам, где бутерброд, и сразу все закончится. Нет. Давай еще разок ее долбанем, Сэм. Ну давай, твоя мама такая гордая птица. Что пока не пнешь, не полетит. Вот это точно. Ладно, ладно, я скажу, где бутерброд. Только не трогайте больше мою маму. Какие же они жестокие. Конечно, Леонард, мы никогда в жизни не станем порочить твою мертвую мать. Я даже не забрал бутерброд из казино, я спрятал ее в призовой ячейке однорукого бандита и унес руку с собой, чтобы никто не выиграл. И мы переходим ко второму вопросу. Где рука? Она здесь, рядом. Спасибо, слизняк. Как мы и раньше не увидели. Я слишком был занят пистолетом с пистонами, так что руку не заметил. Лучше поедем назад в казино и отвоюем этот бутерброд. Увидимся, соплячок. Стойте, вы что, меня не развяжете? Ребята. Джимми? Кто-нибудь? Остался там навсегда, наверное. Главное, чтобы скелет его не найти. В этой игре я не удивлюсь, если мы найдем его там скелет. Так. Куда ты пошел? Кролик, ты куда пошел, блин? Макс, иди сюда. Кажется, за нами следят. Не смотри, но кажется, за нами следит игрушечная мафия. А может, это просто гигантский эвок из Звездных войн приблудился? Что, магазин... Это магазин, не кино. Но если еще немного подождать, будет и кино. Эта шляпа меня часом не полнит? Ни капли, это ведь жир у тебя внутри, тебя полнит. Ладно, я забыл, как добраться в казино. На машине ж, наверное. Ну что, двинем? А это уже легально? Пошли. У нас есть рука, мы достанем бутерброд, только теперь надо убить Сибил, в общем. Давайте попробуем. Как это будет выглядеть? Тоже и будем фразочками добивать про маму. Это было жестоко, конечно. И неправильно. Так. Сибил. Ничего не хочу сказать плохого, но мне тебя
Нужно будет убить, что-то за чашка появилась. О! О! Откуда ты ее забрал? А зачем она тебе? Кофейная чашка Сибил, ладно. Рука от однорукого бандита. Пистолет у нас даже есть. Безобидный пистолет на пистонах. Но мы его отобрали, поэтому у нас и есть. Ну, Сибил, нам надо тебя убить с пистолета, наверное, да? Привет, Сибил. Нет, мне выше другую личность, то есть леди, личность, то есть... Разве леди личность это не как ее носатая кукла, которая детей пугает? Ох, Сэм, Мак, слава богу, это вы, а я думала, кто-то пришел убить меня. Ну да, мы пришли именно для этого. Ну, подожди. А что это? Что? Какой рукой? Ладно, как дела с твоей новой работой? Сэм, жизнь профессионального свидетеля — это не только судебные выходы и указывающий перст. Игрушечная мафия сказала, что если я выступлю против них, меня сотрут в порошок. Пытались подкупить тебя шведским массажем? Нет, Макс, кажется, они говорили про убийство. Будешь выступать в суде? К счастью, я обнаружила, что мне мешают принципы в такое неподходящее время. Принципы — штука противная, я слышал, их научились удалять хирургически. А что это ты делаешь рукой? Какой рукой? Что, оказывается, минуту назад не было кофейной чашки? Ой. Ну да, это оно у нас. Вообще, что дальше? А ты не думала инсценировать свою смерть? У нас есть пистолет, кстати, хороший. Чтобы игрушечная мафия отвязалась, а? Это будет бесчестно. Это значит растоптать все ценности, которые я отстаиваю как свидетель. Большие откаты, взятки, коррупцию, истину. Настоящая древность, знаешь, это... То есть, в хорошем смысле. Мне всегда нравились древности. Что будем делать? А зачем мне твоя чашка? Я знаю, только вам двоим могу доверять. Ой. Вот как, ей бы все еще раз устроить со стрелочницей. Мак, что будем делать? Как нам убить Сибил? Хороший вопрос, да? Как мы можем убить, не лишая ее жизни? Сводить ее на трансформеров? В смысле, здесь ее кабинете, чтобы она оказалась мертвой, а не просто желала сдохнуть. Порадовать ее билетами на трансформеров, она на нервах может грохнуться в обморок. Угу. Может, Сибил поможет нам инсценировать свою смерть? А что, если игрушечная мафия все подслушает, если это увидят адвокаты, решат, что она заодно с мафией, выгонят ее с работы? Ты прав, мы, как настоящие друзья, должны скрывать от нее свои намерения. Обман и ложь во благо, вот настоящая дружба. Кажется, пока что хватит, ладно. Не забудь прихватить на потом. Вот эта камера, она знает про камеру вообще? Наверное, эта игрушечная мафия за ней следит. Так, нам может камеру закрыть как-то? Как магнитиком, нет? Чашкой, нет? Я чувствую себя странно смешным. Не стоит, Сэм, ничего странного в этом нет. Так, может, все-таки? Нет, не то. Так что надо сделать, как ее убить? С пистолета? Эй, что ты делаешь? Кажется, он промахнулся. Да, за нами следят. Так а что ж, как нам ее убить-то? Ну не этим же пистолетом, ну вы серьезно, что ли? Не думаю, что смогу пристрелить ее за правду. Я тоже так думаю. Ладно, я не знаю, что делать. Ну, а тут загвоздочка вышла. Поехали, пока бутерброд достанем, может, что-то придумаем, пока будем ездить. А чашка нам зачем? На камеру ее не прилепишь. Ладно, поехали. Не мафиозное казино, медвежонье. Пока будем бутерброды доставать, может, что-то придумаем. Кажется, непонятно, как ее убить. Но пистолет есть, может, что-то подобрать еще. Но зачем мы чашку подобрали? Вот такое она нужна. Добро пожаловать в мафиозное казино Медвежонье. У нас самые бездонные автоматы во всем городе. Ладно, я не за этим сюда пришел. Так... Однорукий бандит без руки.
У однорукого бандита пропала рука. Ее украл другой бандит. Ну, наверное ж. У которого мы его и отобрали, эту руку. Ее. Так, есть. Вот террас, он больше не однорукий. Давай. Сейчас бутерброд должен выпасть. Есть. Комбинация жжет. Ура, вот бутерброд с тефтелями. Попробуем, чтобы убедиться, крупный яд, милосердный нет. Он что, дал тебе приз? Должно быть, разладился, надо сдать сервис. Зато мы вернули подлинный бутерброд с тефтелями. Какой вонючий образчик скульптуры, как мы только его не учили заранее. Дай-ка взглянуть. Да, это определенно наш бутерброд. Дон Медвежонок будет очень доволен. Он голоден? В общем, да. Эй, Сэм, а мы уже мафиози? Ну, осталось сразу, что пришить нашу подругу Сибил. Ах, да, никогда не упомнишь такие мелочи. Нет, ну мелочи-то не упомнишь, но что нам делать? Что дальше делать-то? А, может ее подслушать как-нибудь что-нибудь или что-нибудь сделать? Бутерброд вернули? Подлинный тефтельный бутерброд исчез. Я этого не делал. Так я ж его вернул только что. Ладно, пошли думать, куда чашку эту делать. Может, Боска что-то знает. Куда-то чашку надо. Может, снотворное какое-то туда засунуть. А пошли проверим этого сидящего связанного. Может, он реально что-то нам расскажет. Эй! Эй, вы меня не развяжете? Потом как-нибудь. У нас сейчас дел много. Макс, он на твоем столе вообще сидит. Так, что по телевизору? Смотри, Макс, повтор городских ковбоев. Купи себе мощную зубную пасту. Да, мы это с вами видели. Выключи, ненавижу мой голос, который звучит в записи. Ладно. Слышишь, Леонард, не подскажешь? Ты не видел мою боксерскую перчатку? Нигде не могу найти. Нет, не видел. Эй, Леонард, не хочешь телевизор посмотреть? Типа того? Нет, спасибо, не надо. Эй, Леонард, так что как насчет Янки, а? Да, как насчет? Эй, Леонард, привет, я тут посмотрю в пространство, если не возражаете. Конечно, без проблем. Эй, Леонард, знаете, ребята, хотите развязать меня вперед, я не против. Спасибо, мы тоже. Эй, Леонард, ну ладно, варианты закончились. Так, мне нужен поставщик краденого, может, что-то подскажет? Джимми Два Зуба Скупщик. Грустно видеть, как умные, здоровые грызуны вынуждены в наше время стоять за прилавком. Эй, кажется, здесь под скупщиком понимается скорее скупка и сбыт краденого. Пошел вон. Каких клиентов? Да вон один сидит клиент. Так, ну что, давайте попробуем так. Эй, Джимми, у нас тут кое-что на продажу. Но нет, вашим недаром не надо, потом начнется давай назад, а потом вы меня с моста скинете, или типа того, да? А он прав. Блин, не купился. Ну ладно, пошли к Боско, тот точно купит. Хотя мы ничего не продаем. Автоответчик. Привет, Сэм, это снова ты. Не забывай обнулять автоответчик перед тем, как слушать, и передай Максу личный боевой танк. От меня. Пошли. Так, так, так. Может, мусорку посмотреть? То мы сегодня не заглядывали туда. Ну, не сегодня, в этом эпизоде. Мусорный ящик. Я в этом ящике однажды прятался от бешеной гориллы. До сих пор мани приложит, куда она. Так, Боско, нужна информация. У нас проблемы. Куда и зачем нам чашку надо дать? Отнести куда-то, может. Сибил не понравится, если мы бросим ее. Ну, ладно. Тут же камер уже нет? Нет. Бонжур. Слышишь? Руки вверх. Оля, пистон, символ военной мощи Франции. Откуда ты знаешь, что это пистон, блин? Может, это пистолет?
Стоять все, желаете пронести что-то в магазин? Я настороже. Я не знаю, что делать. Может, наполнить чем-то это? У нас тут есть кофе, например. А, может, и кофе налить просто. А ну давай. Мы вообще-то не хотим убивать Сибил. Ха, типа такое плохое кофе, да? А мороженое? Сибил не понравится, если мы бросим ее чашку здесь. Так я ж не бросаю, я ж хочу ее наполнить чем-нибудь. Кофе не... А, точно кофе не сработал? Ну да, не подходит, странно. Странно, куда я деваю. А че у меня жетон, эта фишка еще при мне, не могу понять. Ни к чему нагревать и облучать радиацией. Ладно. Сибил не понравится, если мы бросим ее чашку здесь. Странно. О, что мы все налили, горчицы? Мне двойной кетчупный латте со сливочной чем-то там. Насмешил, дружок. Как кто шутит? Я же говорил, что-то здесь надо... И что с ней делать? Чашка с кетчупом. Кофейная чашка Сибил полная кетчупа. А зачем ему кетчуп-то налили? Пошли ей отнесем. Я не знаю, как это поможет. Просто, не знаю, надо разыграть убийство, но кетчуп можно как кровь использовать, но Сибил против, она же... Ее ж надо вырубить как-то, а как ее вырубить-то? Нет, ну вырубить способов много, но у меня даже перчатки нет. Пистолет мы применяли, не работает. Ну пошли попробуем. Ну, хоть применили. Нашли применение. Куда? То с этой чашкой можно ходить, конечно, здесь долго. Так, Сибил, что-то тут я тебе кетчупа принес вкусного, горячего. Хочешь? Не знаю, зачем. Может, облить камеру, нет? Нет. Камера должна... Нет, камера, да, действительно должна быть. Это же доказательство того, что она умерла. Так а как мы ее убьем-то с помощью кетчупа? Обольем, что ли, вот этим? О боже, спасибо, я бы потеряла голову, если бы она не была закреплена. Меня это не останавливает. Все, стрелять? Эй, что ты делаешь? Кажется, он промахнулся. Эй, что ты делаешь? А она что, бьет чашку с кетчупом? Ну и как тебе кетчуп? Теперь опять забрал. Эй, вылей на нее кетчуп. Я что-то не понял, что дальше делать. Может стрельнуть? А, в кетчуп может стрельнуть, нет? Да. Отлично. Отлично, 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 да. Так зачем нам пистолет? Грязная мила, остальные потенциальные стукачи поймут послание. Не так или иначе, все напоминает об ужине. Эй, а где изображение? При всем уважении, Дон, кому какое дело, ее грохнули, значит следить за ней больше незачем, верно? Думаю, это так. Раздобудь мне крендель. Папа от подобных вещей, у меня зверский аппетит. Ты настоящий социопат, Дон Медведь. В хорошем смысле слова, конечно же. Натурально. Эй, Сэм, веб-камера на вкус как курица. Хорошая идея, дружок. Теперь игрушечная мафия не увидит, как проснется Сибил, а это важно для нашего здоровья. И еще мы узнаем, что веб-камеры отлично идут под кетчуп. Новый забавный факт в арсенале блюстителей порядка. О, привет, Сибил. Эй, Сэм, а мы уже мафиози? Ты знаешь, наверное, да. Идем проведаем папу Мишку. Да. А зачем тогда это была фигня этот с пистоном? Сэм, Макс, вы сделали то, что было вам поручено, акт убиения, отыскания, распространения, мы рядом, принимаю вас в ряды медве-ностры. Да, неплохо выглядите. Раздавлена сущность моя. Нас ждет маленький ритуал с церемониальным плетенными корзинами, потом другие технические мелочи, потом Джоуи принесет холодные закуски, но первым делом знак доверия, я сниму маску, это хорошо, потому что сквозь эту дрянь я едва могу говорить. Ё-моё.
Ништяк, умоляю, как меня запарила эта хрень. Боже мой. Окунь милосердный на вертеле, ты крот. И ты, наверное, тот самый, то есть... А, шторм ковер под свет? Кодовая фраза, идиот, они из вольной полиции, как видно, они еще не догадались, что я всех предал. Он прав, Макс, мы до сих пор этого не поняли. Подожди, так вот, я понял, что Крот стал предателем, наверное, позарился на деньги мощи игрушечной мафии. Но куда делся предыдущий Дон Медвежонни? Или Дон и Медвежонни, мы знаем только, что подлинный Медвежонни подавился тертельным бутербродом еще в 65-м. Да, верно. Будем удирать. Думай, да. Взять их. Скорее, в машину, дружок. А что делать? Не знаю, я не могу управлять машиной. Сэм, не могу не заметить, что у нас на хвосте висит несколько кровожадных бандитов. Мочи легавых. Да, я видел, да. А что еще хуже, у них бронированные шины из бандитского бутика. Высокие технологии, милосердные на службе зла. Так, а что ж мне делать-то? Мне как-то надо тоже свалить-то. Опа, не знаю, что-то. Так я ж не могу стрелять, что самое интересное. Ну вот, я их почти куда-то загнал. Ты чё? А, я теперь могу стрелять, да? Давай. Подожди, а как же мне в них попасть-то? А, может вывеску? Да, наверное, вывеску сбивать. Или светофор, там Сибил висела. Мы ее все-таки сейчас убьем, мне кажется. Куда стрелять? Вывески должны быть или что-то там типа того. Hello? Что-то вывески закончились. Сейчас сяду в машину, вывески появятся. К обочине остается, забыл, это ведь за нами гонятся, я шучу. Давай, сейчас. Блин, вывески кончились. О, есть. На них надо, чтобы она упала. Раз выстрелить, и второй раз. Все, с вывесками надо работать. Чуть-чуть стрелять надо позже. Есть, попали. Попали? Попали. Давай, держись. Отлично. Все готовы. Все, кроме одного, самого Дона Медвежонни. Идем и победим этого наглого мальчика раз и навсегда. Хорошая мысль. Постой, дружок. Ай. Отлично. Каждая погоня уникальна, видите. Надо делать разные вещи. Эй, Дон исчез. Итак, вот наш шанс выяснить, что же планирует этот предательский кротомедведь. Ты знаешь, без своего угрожающего шепота он даже обед не спланирует, не то что гадский зловещий план. Согласен, но по моему опыту всегда что-нибудь интересное скрывается за дверями с надписью «Не входить под страхом смерти». Так, господа, ну давайте искать терминал. У него тут куча карт, и через всю страну тянутся какие-то транспортные линии. Интересно, но это, наверное, ничего не значит. Почему? Я бы на вашем месте... Что у нас осталось, кстати, из вещей? Пистолет остался на пистону. Странно. Так, золотая голова медвежья. Это сейф, что ли? Похоже на Сэма. И на Макса. На всех их вместе взятых. Идея есть? Нету. Может, все надо засунуть эту? Здесь нету рези для фишек, ну ладно. Так, стол. Что тут у нас? Стол медвежонья. Судя по всему, Дон Медвежонни хранит свои оперативные данные в другом месте. За ширмой, что ли? Порядочный гангстер меняет медвежью голову только в уединении. Лучше оставим этот хлам в вольной бухгалтерии. Внимание, объекты в зеркале могут не являться отражением лиц живых или мертвых. Мини-бар. Что такое арсенал опасного бандита, если в нем нет наготове выпивки? Макс, а чем мы тут ищем? Просто вопрос. Как ты думаешь, что нам делать? Там задняя дверь выглядит заманчиво. Ну и что, как нам ее открыть? Они показывают кучу ненужных вещей. А, просто открыть. А мы ничего тут не забыли?
Я, может, что-то не досмотрел. А назад можно вернуться? Упс. Назад нельзя. Это здесь целый медведостроительный завод. Ты имеешь в виду, что за респектабельным фасадом казино скрывается темный потаенный мир зловещего производства? Это скандал. Вы двое, вы вернулись невероятно, но стойте на месте, я умею обращаться и с тем, и с другим. Скажу честно, нас больше волнует пистолет. Вот как, значит, вы еще глупее, этот гипномедведь сделает вас моим преданными рабами за то, что устранили моих приспешников, вы сами будете работать на фабрике. Смотрите, смотрите медведю в глаза. Делайте, как говорит Дон Медвежонок. Хочется ли спать? Не выйдет? Не выйдет, гипноз на тебя и меня не действует, но давай подыгрывать, пока у него пистолет. А я задавал вопрос рабым? Да, хозяин, я сплю. Та же фигня. Правда? Кажется, что-то не так, наверное, только кажется. О, придумал. Вот проверка. Большой, убей мелкого. Простите, хозяин. Застрели своего дружка, это приказ. Вот отстой. Ладно, у меня есть пистолет игрушечный, я теперь понял, зачем он нужен. Держи, Макс. Я повинуюсь, хозяин. Уф, боже милостивый, неужели тут и конец бедному Макси? О, смерть, ну почему не Стинг? Чем вам Стинг не угодил? А, какая боль, и всего за 2 дня до пенсии. Обещай мне переписать придурков из Хазарда, обещай. Мне. Ладно, и так. Трус много раз до смерти умирает, храбрец скушает лишь однажды сметь, разве что в играх. Там герои тоже умирают. Помногу прощай же, юный принц, да споют тебе прощальную песню ангелы Чарли. По-моему, он переиграл немного. Да, так вот, так холодно, отчего мне так холодно? Что ты нажал? Прощай, Макс, походу ты действительно умер. Его куда-то засосало. В игрушку? О, нет. Он сломает аппарат. Норма, внимание, опасно. Все, он погиб. Ну ладно, молодец, раб. Я уже хотел попросить тебя застрелить его еще раз. Да, хозяин. Итак, раб, ты будешь работать, а я читать газету. Сортируй и фасуй гипномедведей. Доставлять их будем позже. Да, хозяин. Хорошо, хорошо. Я с нетерпением хочу узнать, какие субъективные обозрения ждут нас сегодня. Макс, ты прикидывайся мертвым, а я найду, как поставить Дона Медвежонья и его завод на метафорические колени. Я тебя не слышу, я мертв. Значит, все нормально. Макс? Как ты, дружок? Мне бы сюда матрас. Почему тебя нельзя загипнотизировать? У меня-то в шляпе защитное устройство, но мы до сих пор не знаем, почему тебя нельзя загипнотизировать. Это загадка, Сэм. Я думаю, виноват мой превосходный интеллект. Да? А запасная версия у тебя есть? Типа у меня в ушах осталось только ваты с палочек, что мне не слышны капа волны гипнотического диапазона? И не скажешь, что из этого невероятней. Если бы мы могли сами пользоваться гипномедведями. Сэм, что тебе мешает весь мир, как твой склизкий вонючий моллюск? Знаешь, Макс, а ты прав. Эх, мне бы сейчас пару склизких вонючих моллюсков. И что, по-твоему, я должен делать? Выруби Дона Медвежонья, да и пока суд доделает этот медвежий станок или вообще весь завод. Даже после смерти у тебя полно амбиций, Макс. Лежи, со всем разберусь. Между прочим, я рад, что ты жив. И я, если быть мертвым хоть наполовину так же скучно, как им притворяться, то это не для меня. Главное, не подавай признаков жизни. Так, всевозможная техника. Что у нас тут? Ну и штуковина. Грозный компьютер. Как зловеще. Непостижимая консоль. Как гнусно. Ладно. Что еще? Всевозможная техника. Ну и штуковина. Мишка. Я взял его. Ты отдашь все свои деньги Дону Медвежонье. О, как это мило.
Так, мишку мы взяли зачем-то, не знаю. А куда я пошел? Тележки. Кажется, это голосовые примочки для зловещих гипномедведей. И... может, не подобрать нужную? Сомневаюсь, что она поддается гипнозу. Ладно. То есть... ну ладно, я не знаю пока, что делать. Сейчас я посмотрю, что здесь справа. Рычаг, огнетушитель. Зачем? Эй, это огнетушитель вообще не настоящий. Грозный компьютер, как зловеще. А это остановить штуку, да? Ну, толку вышло мало. Труба брака. Макс почти заткнул эту штуку с концами, а он не так уж велик. Сюда? Сомневаюсь, что она поддается гипнозу. Ладно. А, тут еще что-то есть. Однорукий бандит, грозный компьютер. Комбинация жжет. Отвертка. Крутить что-то кому-нибудь? Отлично. Или выкрутить. Так, отвертка есть. Что с этим делать? Выкрутить что-то? Да, выкрутили. Комбинация жжет. Мы взяли голосовой модуль. Зачем? Комбинация жжет. Тихо. И куда его? Комбинация жжет. Тут ни к чему. Подожди, его надо сюда добавить, мне кажется, да? В голосовые модули. Да, добавили. Так, я слью эту хреновину в эту фиговину. И что? Ее берут и добавляют медведя первым попавшимся, да? Он выпал. И... комбинация жетов, как это мило. У меня получается два медведя. Один мишка... ты отдашь мне все свои деньги, да он на медвежонье. И второй. Комбинация жжет. Нам надо как-то поставить это на массовое производство, но как? А, давай его сюда засунем. Нет, не сюда. С ним стоит разговаривать, с кротом. Не нравится мне современный юмор, мало в нем его. Комикс. А крот? Хозяин. Что такое гипнотический раб? Что-то не так со станком? Нет. Тогда отстань от меня. Все, вопросов не имею. Так, а что же делать-то? Сомневаюсь, что он поддается гипнозу. Ну давайте сюда его засунем, не знаю. Ладно, ну это ясно, но куда-то же он должен добавляться. Да я не гипнозу его собираюсь поддавать. Однорукий бандит. Я уже его раз сломал. И что? Мак, что будем делать? Выруби Дона медвежонья, да и пока суд доделает этот медвежонный станок или вообще весь завод. Даже после смерти от полной амбиций. Ладно, я сам разберусь. Не постарайся побыстрее, пока я себе задницу на этом бетоне не отморозил. Да понятно, что уже нет. Рычаг. Толку вышло мало. А ну давай попробуем открутить этот огнетушитель. Не хочу это откручивать. Почему, блин? Я не знаю, чего начать. Ладно. Не так уж и велик.
Ха-ха, что же тут делать-то? Все, конечно, хорошо. Так, а зачем я... А, ну давай попробуем. На нем это попробуем. Как ты считаешь, что самое умное, да, Мэри Уэрт? Прости меня, хозяин. В чем дело? Ты отдашь все свои деньги Дону Медвежонье. Я отдам все свои деньги Дону Медвежонье. Черт. Прости, я, кажется, уснул на секунду. Что ты хотел, раб? Ничего. Тогда давай вот этого использовать. Я знаю, она замужем, но эта Кэти все равно горячая штучка. О, хозяин, в чем дело, раб? Комбинация жжет. Жжет? Я горю. Помогите, жжет, я горю. А, что делать? Надо ее как-то вырубить. А что у меня осталось? Да все, что было, то и осталось. Рычаг. А, можно его засосать в брак теперь. О, точно. Вот так это работает. Да, пока. Ну все, это точно сломает весь завод, короче. По крайней мере, должно. А вот и крот. Теперь, Макс, беги. Молодец, Сэм. Спасибо, дружок. Кажется, наш крот не столь изящен, как некоторые. Кстати, смотри. Опасно? Помочь? Не знаю, даже это комично или опасно. А кто сказал, что не бывает и то, и другое сразу? Бежим. Да, вариант бежим мне нравится. Не забыл, какой цвет означает, что поздно идти в туалет и паковать вещи. Этот бежим. Дворецкого не забыли, вернее. Тот, кто на дверях там стоял, как его. Ну да, дворецкий. Крупье, машина. Медвежата. Вот это я называю взорвать банк. Заодно тротуар, водокачку и уличный столик. Тебя этот уличный столик очень волнует, не так ли, Макс? Во всем этом деле он один невиновен, то есть не считая случайных прохожих с собачками. Взбодрись, дружок, может, продавец нам закажет пикантный обед в Беличьем саду, когда услышит, что мы раскололи дело. Да, стоило бы. За весь мой тяжкий труд я требую два, нет, три тушеных лемура и соли. Побольше. Опа. А мафия это в деле. Говорит секретный агент, папа Мишка, завод уничтожен, повторяю, уничтожен, задействовать план Б. А вот и агент. Но он тоже не чист на глаз. И что там было на самом деле, и что будет, вернее, мы уже узнаем, друзья, с вами в следующем четвертом эпизоде. Ну что, круто. Круто, пошли еще третий эпизод, мы сейчас ровно на середине игры, и впереди у нас еще три интересных истории Сэма и Макса, которые спасают мир. Спасибо, что смотрели, друзья, с вами был Дмитрий, канал Шедвер, игровые миры, до новых серий, Сэм и Макс. Пока.